это наша Дина Золи. Прекрасные, молодые, достаточно собаки. За ними смотрел человек без жилья. Они у него были, конечно, раскормлены, прекрасны, но вели себя они, конечно, не очень, ну, не очень по отношению к людям, то есть они могли гавкать, естественно, люди боялись, ну, и мы боялись, что их отравят, поэтому они пришли сюда, так как они очень адекватные, нормальные собаки, полностью привыкая к хозяину, они преданы с хозяину. Ласковые просто, обоих надо брать, потому что друг без дружки они не могут. Они играют, они лащатся, они кушают вместе. То, что они большие, конечно, это еще не значит, что собаки злые или еще что-то. Охраняют тоже прекрасно, кому надо для охраны. Ну, конечно, нужны для них добрые руки. Они привыкли, что они живут постоянно в ласке. Честно, у них есть одна такая фишка, они продажные насчет еды. Они очень продажные в этом плане. То есть, если их хорошо кормить, да, да, Дина, то они просто, ну, продадут вам душу. Обидви ласковые, но нельзя гладить одну. Обоих надо гладить обязательно, вот у них любовь, любовь. Она истеричка. Она притворюшка. Если ей встать на лапу, она будет полчаса плакать. А, боже мой, какая случилась трагедия. Да, ну вот такая она очень нежная. Да, Дина, ты открываешь вольер? Вперед! Да, моя, моя, моя Золечка, моя. Да, да, да. Ну что ты ревнуешь? Ну что ты ревнуешь? Да, 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 да. Вот Золя, она более ласковая. То есть она придет, она может часами стоять возле тебя, только чтобы ты ее гладил. Но так Дина уже от ревности придет и ляжет на тебя. Вот если ты сидишь где-то на диване, все, я пришла, люби меня. Золечка, ты пришла лащиться, да. Ну вот Золя у нас вот такая, она вот ей любви надо. Хотя я думаю, что Золя, она бы прекрасно вжилась даже в квартире. Золя очень, она ничего не грызет, она ничего не разрывает. Ну, ничего плохого она не делает вообще в принципе. Ласковая, добрая, шобоко, да, моя-моя. В этом плане, да. Ну, Дина, она больше оторви голова, а Золя, она такая очень нежная, добрая. Хорошо они себя чувствуют. Ну, дом для них очень нужен. Они прекрасные друзья, честно. Вот очень хорошие друзья.